Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Твикли, ребята, и сегодня я начинаю новый сезон обзоров и разработок и тестирования различных костюмов супергероев в Майнкрафте, друзья. Что ж, в прошлом сезоне мы протестировали целых 7 костюмов, ребята, и это вам очень-очень сильно понравилось. И, ребята, сегодня я начинаю новый сезон, как я уже сказала, ребята. Я уже начал строить новую лабораторию вон в той вот скале, только тихо, чтобы жители не услышали, ребята. И в честь того, что у нас начинается новый сезон костюмов, ребята, вы должны поставить свой лайкосик. Давайте, ребята, в честь того, что начался новый сезон, мы поставим 350 лайков. Да, ребята, я хочу, чтобы вы набрали на этом видеоролике 350 лайков. Это будет просто офигенно, если вы наберете их. Ребят, я вас верю. Давайте дадим 5 секунд, ребята. Вы должны поставить свой лайк. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребят, я даже сделаю такую небольшую паузу, чтобы вы успели. Вот, ребят, и сегодня я начал в честь нового сезона разрабатывать уже новый костюм, ребята. Я начал строить новую лабораторию. Господи, как же я так давненько не возвращался в эту нашу родную деревню, ребят. Да, я 2 выпуска пропадал, я делал дом в люке. Я обозревал костюм Венома, который, кстати, ребят, вам этот обзор не очень сильно зашел, потому что вы начали писать в комментариях и обвинять меня, типа, я вас обману, типа, это все с модами, ребят. Но нет, вот этот обзор на Венома, это был, ребят, реально без модов. Я просто поставил одно маленькое дополнение к моей карте Майнкрафта. Так что, ребят, в описании я оставил ссылку на скачивание это дополнение, ребят, это не мод, поэтому я написал, что это, ребят, без модов. Так что я вас не обманывал. Если кто пишет, что я обманывал, ребят, вы не правы. Вот, ребята, и я вам говорю огромное спасибо, потому что на нашем канале уже практически 3000 подписчиков, ребята. Вы просто огромные молодцы. Я вас просто всех просто обожаю. Вы самые лучшие подписчики в мире, ребята. И, ребят, сегодня угадайте, какой мы будем тестировать костюм. Вы уже поняли по названию видеоролика. Идем в нашу лабораторию, ребята. Я уже немного начал убирать отсюда вещи, потому что скоро я буду переезжать, когда построю там, ребят, новую лабораторию. То, что вы это очень сильно ждете, я думаю. И, ребят, вы поняли то, что я сегодня буду тестировать костюм Дэдпула. Да, ребят, я решил создать свой личный костюм. Как вы знаете, вот эти вот все 7 костюмов я нашел в другой лаборатории, которой занимались жители Майнкрафта. Вот, ребята, и на основе этих костюмов я начал создавать свои. И первый мой тестовый костюм, это будет костюм Дэдпула, ребята. Я думаю, что за такой крутой костюм и такой крутой персонаж вы должны обязательно поставить свой лайк, если вы еще этого не сделали, ребята. Ребят, и пока до переезда я поставил еще тут несколько дополнительных стендов, и на всех этих стендах будут новые костюмы, ребята. То есть костюм Железного Человека я убрал отсюда с центрального места, и теперь, ребята, он будет стоять вот здесь вот вместе с новыми костюмами, ребята. Но первый костюм из моей партии, который я сделал сам своими руками, это будет костюм Дэдпула, ребят. Я разрабатывал достаточно долго. Я старался сделать так, чтобы этот костюм мог меня лечить, как настоящий Дэдпул. Вы знаете, то, что он бессмертный. И поэтому, ребята, я хотел, чтобы этот костюм также меня защищал, но это сделать достаточно трудно. Поэтому этот костюм только хорошо регенерирует. То есть, ребята, он не может меня полностью восстановить. Если меня, к примеру, Крипер взорвет, то он меня полностью не восстановит, ребят. Он меня просто немного будет лечить. Что ж, ребята, я думаю, то, что стоит уже надевать этот костюм. И, как видите, тупился эндер-сундук, ребята. И что же он тут делает, ребят? В этот эндер-сундук я буду складывать все вещи новых костюмов, ребята. Да, у некоторых костюмов будут свои собственные скиллы, свои собственные вещи, ребята. И поэтому я буду складывать в этот сундук. И сегодня, ребят, первый ночь у нас Дэдпул с его супер-катанами. Итак, ребят, надеваем его костюм. И я становлюсь болтливым наемником, ребята. Так, берем его катаны. Катаны Дэдпула. И, ребята, мы теперь самый настоящий болтливый наемник, ребята. Посмотрите, мы просто выглядим очень круто, ребят. Мы очень опасные. У нас сейчас просто большая сила, большая скорость, ребята. И я сделал специально так, чтобы этот костюм на меня не влиял точно так же, как костюм обратного флеша. То есть, чтобы я не становился безумным, а был при своем уме. То, как вы знаете, Дэдпул немного безумный персонаж. Поэтому, ребята, я сделал так, чтобы я не сходил с ума, вот, а был обычным человеком. Только со сверхспособностью, ребят. И просто посмотрите, как мы уже бегаем. Просто посмотрите, как мы уже носимся по нашей лаборатории, ребята. И прыгаем мы, кстати, тоже достаточно высоко. Что же, ребят, сделал я катаны для Дэдпула из материала такого же, как сделан Колосс. То есть это не вибраниум, как у Черной Пантеры, а просто очень-очень прочный металл, ребята. И поэтому катаны у нас достаточно такие прочные. Посмотрите, мы можем просто сейчас все тут порубить. Вот если я попаду один раз по компьютеру, то все, его я разрублю на части, поэтому я не хочу этого делать. Давайте, ребят, пойдем уже на улицу и будем тестировать катаны на различных мобов, я думаю. Потому что это будет достаточно интересно. Просто посмотрите, какой у катан дамаг. Вот,
как будет биться там правая катана, как я буду бить с левой. Вот, поэтому, ребят, давайте сейчас я, пожалуй, подожду, пока будет вечер. Подожду, пока будут мобы, и я буду тестить этот мой первый, собственно, сделанный костюм. Итак, ребят, мы отправляемся на наше поле битвы, и посмотрите, я спрятал свои катаны, и посмотрите, как они круто выглядят сзади меня. То есть я теперь такой реально настоящий Дэдпул, и когда мы их берем, они вот так, опа, появляются у нас, ребята. Как вы знаете, базу я буду делать свою новую, то есть в лаборатории вон в той горе, ребят, я уже применил свое место. Вот, но сейчас мы будем тестить наш костюм, и давайте первый, на очередь у нас будет ведьма, подходим так вот ее, и просто, ребята, так с двух катан, ребята, офигеть, так крипера зарубаем. Просто, ребят, бью очень-очень быстро, ребят. Вот если с одной катаны я быстро убиваю, вот смотрите, свинку с одного удара, то, ребят, это просто... Очешетесь, и я буду бить с двумя ударами. Смотрите, ребят, просто беру вот так вот и опа-опа. И смотрите, просто не, ничего не могу сделать. Я просто зажимаю вот так вот катаны и просто бью, ребят. Это просто офигенно. Просто, ребят, посмотрите, какая у нас скорость, какие у нас прыжки. И посмотрите, как мы быстро восстанавливаемся, ребята. У нас как бы есть голод, но у нас костюм наш, нас очень быстро восстанавливает. Так, вот смотри, вот так, опа. Опа, получайте, вот вам мобы, ребята. Просто офигенно, просто, ребята. Я думаю, что за костюм Дэдпула вы точно должны поставить лайк, потому что это... Я думаю, то, что этого персонажа многие любят. Ребята, напишите в комментариях, смотрели ли вы фильм Дэдпул, потому что... Это как бы очень классный фильм, вот, и те, кто его смотрели, вы реально крутые пацаны, потому что этот фильм, я думаю, те, кто посмотрели, им всем понравился. Кстати, в этом году вышел Дэдпул 2, вот, это, кстати, фильм мне не сильно понравился, как первая часть, потому что первая часть была реально просто офигенной, но вторая тоже, в принципе, нормальная. То есть, ребят, сейчас, как вы поняли, у меня начинается второй сезон супергероев, и я думаю, то, что этот сезон будет наполнен огромным количеством новых героев, так что, ребята, вы это должны не пропустить, и вы должны это просто, ребята, увидеть. Скоро будет строиться новая лаборатория, скоро будет очень много героев. Так что, ребята, я думаю, то, что вам это всем очень понравится, так как вы очень, ребят, полюбили рубрику супергероев, вот, и поэтому, ребята, специально для вас я буду продолжать ее снимать, и посмотрите, давайте посмотрим, выдержим ли мы удар крипера, нет, ребят, мы его успели замочить. Так, не хочу этого паука трогать. И, ребят, давайте как финального босса, ну, не финального босса, просто посмотрим, как мы справимся с эндерменом, так, смотрим на него. Ладно, пофиг, ударяем. Это чё? Так, есть, отлично, мы ему два удара нанесли. Еще, ребят, мы его просто с двух ударов. А ну-ка. Опа. Ребят, нам криперы не могут ударов этот урона нанести, посмотрите. Они нам немного наносят, и мы сразу же восстанавливаемся. Ребята, офигеть, вы видели? У меня вот только одно с водичкой сняли. Я столько ударов пережил, у нас как бы уже го... И мы даже так восстановились, ребята, просто. У меня... Отлично, ребята, все сработало. В меня стреляет, кстати, бандит. И, ребята, у нас все сработало. У нас костюм может нас самих восстанавливать, даже когда у нас голод. Блин, меня тут тупой вояка задолбал. Иди сюда. Слушай, ты на кого руку поднял? На Дэдпула самого. Офигел, что ли? Дебил. Ребят, вы видели? Наш костюм может нас восстанавливать полностью. Я сам этого не ожидал, ребята. Я создал офигенный костюм. Обалдеть, у меня есть супер-мега-регенерация, ребята, просто. Так, бедный зомби, ты что там застрял? Да, ну получай катаны, вот так, на, по башке. Паук тоже, на, просто с двух ударов. Просто, ты зараза, скелет, ты чё? Сейчас я выберусь, тебе пипец будет. Получи вот так вот, и с правой, и с левой, на, просто, ребят, мы просто всех разносим. Просто, ребят, посмотрите, как мы бьем вот так вот с двух ударов, просто, ребята. Мы просто настоящий жесткий мост. Так, ты чё, блок украл, офигел, что ли? Нате с левой, нате с правой, еще нас двух. Офигенно. И мы, кстати, уже от голода умираем, но от голода, ребят, в Майнкрафте никто не спасен. Так что я думаю, что нам стоит поесть хотя бы гнилой плоти. В принципе. О, ребят, на нас сзади бегут. Вы че? Тупые, что ли? Нате, получайте, получайте вы тупые мобы. Ха, ребят, просто мы такие жесткие в этом костюме, ребят. Это костюм просто очешуенный, ребят. И самое главное, то, что я его сам создал. И, ребят, просто посмотрите, как мы прыгаем. Мы очень-очень, ребят, сильные. У нас очень хорошие... Вот, смотрите, они меня просто будут бить, они мне ничего не сделают. У меня настолько сильная регенерация, то что, посмотрите. Просто они мне ничего не могут сделать. Так вот, ну, сейчас, хопа, все, всех разнесли просто. Что ж, ребят, думаю, на этом стоит завершать. И если вам понравилось это видео, то, ребят, ставьте лайки. Напоминаю, набираем 350 лайков, ребят. Я сразу же выпускаю новую серию супергероев в Майнкрафте, ребята. Я начинаю новый сезон, и это будет новая эра супергероев в Майнкрафте, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами Твикли, ребят, я не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч, друзья!